Ребят, пресс F тупой респект, так сказать. С вами просто ты в матрице турнир уже сыграли, ты не в курсе. Итак. Ебать, до свидания. МС Готика, поехали. Так, стоп. Сосредоточься нахуй. Первый тур стартует. А, все, не материться. Не знаю, кто это, честно. Не могу назвать вам имя. Это к Андрею, наверное, надо обратиться. Какая-то инвертированная штука получается. Я не знаю, как зовут эту девушку. Может, у нее какое-то красивое имя, как ее зовут, я не знаю. Спасибо за донат, я попозже посмотрю. Бёрн, спасибо большое за донат. 20 рублей. Так. Это не очень так-то. Минус пешки. Я приветствую. Так, А6. Это уже интересно. Наверное, мне стоит пробить. Пойти, допустим, вот так, C3. Чтобы ферзь на А4 мог выскочить. Заодно от связки избавиться. Так, слон D6. Это уже интересно. То ли я бью, то ли... ферзь А4, например, я могу пойти. А на рокировку уже, допустим, побить. Можно вот так попробовать. Не, я, кстати, первый раз такой, по-моему, играла вообще. То это уже в плане инвертирования. Потеря темпа. Ну, давайте ферзь А4 сходим. Ага. Так, ферзь D7 сыграно. Мне сейчас может еще вилка быть. В принципе, напрашивается почему-то пойти G4, слон G6 и конь E5. Но это, конечно, игра такая рискованная. Не знаю, насколько она здесь имеет место быть. Ну, ладно, давайте сыграем. Хотя можно пойти поспокойнее, например, может быть, конь E5. Если слон E5, то слон E5. Где-то на F6 берем. Можно так. Ладно, давайте поспокойнее, окей. Блин, по-моему, просчитывают на 69 ходов вперёд. Стоп. Как премов отменить? Я не знаю, как его отменить. Так, он, кажется, отменился сам. У меня есть такое ощущение. Можешь с пешкой побить? Можешь побить с пешкой? Не уверена. Блин, не... в смысле так себе? Спасибо за 20 рублей, надо говорить. Ладно, слоном. А не так себе. Не знаю, чем лучше побить, если ну, побила слоном. И то ход имел какие-то свои идеи. Нет, у меня ничего не висит. Аркировка, наверное, можно ответить тем же, а можно сделать... А если я пойду так, то я G4 сделаю длинную аркировку, но там как-то линия Б. Ладно. Наверное, стоит поспокойнее играть. Можно еще побить на F6 и нет, я не... Можно вот так. Я не хотела так. Две пары сдвоенных. Ну, блин, ну, ребят, спасибо, это целых 20 рублей. Это очень классно, и я размотала себе королю хату. Это очень грустно и невкусно. Так, рокировку сделали. Окей. Это очень невкусно. Что будем делать дальше, интересно? Так. Друзья мои, я сейчас во время этого турнира чат буду читать поменьше. Ну, то есть, именно во время своей партии, потому что, как бы, ну, вы понимаете. Ответственное мероприятие. Надо сосредоточиться. Но, соответственно, между партиями я с удовольствием прочитаю все. Так, напали у меня на пешку. И вот так вот еще отойти. Это уже серьезно, друзья. Значит, у меня исход конь b3. b3, b4. Что-то такое вот у меня существует, да? Что-то такое существует. Как лучше, я не могу так сразу, конечно, насколько сказать. Может, конь b3? Что я коня на c5 хочу поставить, перевести. Так, вот я переведу коня на c5. Так, переведу коня на c5. Так, ферзь отойдет сейчас, надо защитить пешку. То ли ферзь a3, то ли b3. Или b4. Но b4... Ну, у меня так сердце колотится есть. Просто жесть. Ну, с другой стороны, опять и опять. Почему я должна как-то
Ну, БА я сыграю, если что. Дальше А6 толкну. Коня лишний раз я защитила, там где-то Е5 подрыв могут черные попробовать. Так, Е5 они играют. Значит, на ДЕ они обязаны будут побить пешкой, это мы видим. Подождите, так, на ребят. А6 я бить не хочу. Так, окей. Просто какой-то ход сделаю. Что-то я медленно играю снова. Мне это не нравится. Так, какой пешкой-то побить? Ну ладно, побью вот так. Угу. Где-то хочу отойти конем и ладья bc6. Или ферзь bc6. Угу. Угу. Ход А3 полезный, я думаю, на B4, чтобы нигде не висело. Так, окей, может быть мне... Кстати, F4 может стоит сыграть? Это, правда, ослабление пешки E3. Ну, попробую. Зато выключить слона из игры. Напали на C6. Съели на C6. Так, дальше я вторую ладью, видимо, подключу к игре. Ладья bg6 был ход, черт возьми. Ладья bg6 была тактика. Не воспользовалась возможностью, ладно. Жалко, что не воспользовалась. Так. Ладно, я пробила. Так, что же я делаю-то вообще? Я играю сейчас отвратительно, друзья. На Е3 могла соперница взять. Так, хорошо, эндшпиль, черт. Черт с ним. Нападаем где-то. Так, эндшпиль вроде бы нормальный. Блядь, что за... Так, на G5 просто. Мне снесли башню. Так, ладно, не съела и не съела. Мне просто разломали башню. Вообще. Ну тут-то пешек у меня слишком много, друзья. Здесь я должна справиться с турниром напряжением. Не, мне все, мне жопа. Просто надо их вести постепенно, все. Ну, просто капец. Ну и, конечно, вот по возможности перейти в пешечный. Это все. Ну или ладью съесть, неважно. Какие-то маты линейные просто поставить. А как так, да, произошло? Ура, первую партию удалось выиграть. Где я так закосячила, что меня просто разломали? Но играла я тревожно. Но, видимо, мне надо разыграться. Ну, типа, мне реально интересно, где я так всрала. Да, Илья, спасибо большое за поддержку. Пахан, привет, как дела у тебя? Роман, приветствую. Лади лучше бы поменяла. Так я пыталась поменять, слушай. Янис, приветствую, но спасибо. Я уже там тильтанула. Всем спасибо, друзья. Очевидно. Так, ну, первая партия для меня прошла тревожно. То есть мне, конечно, хватило. Ну, первую я просрала, как бы, окей. Как-то хотя, я... Хотя, слушайте, я считаю, что я держалась там, очень даже неплохо. Ладья bg6 просто было с шахом, да? Может быть, я, конечно... Чё, Гранж, как ты думаешь? Ладно, будем считать, что пока не разыгралась. Норма сыграла. Ничего мне интересно, страшного. Где я допустила такую стрёмную ошибку, где меня просто кабину снесли мне потом. А что здесь можно материться? Не особо, я не матерюсь. Если у меня что-то вылетает, то это не специально. Поэтому пока всё нормально. Так.